Пособие на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет вырастет до 10 тысяч рублей. Получать его смогут семьи с доходами ниже 2 прожиточных минимумов. Решение значительно увеличить данную выплату озвучил президент Владимир Путин во время прямой линии. То есть, по сути дела, ну вот, условно говоря, 2 прожиточных минимума, это 11,280 и плюс 11,280, это 22, там 24, 23. Сложите вместе около 45 тысяч. Если около 45 тысяч семья получает, то она тогда получит право на выплату в объеме на 1 прожиточного минимума ребенка по региону. Но это тоже вот в среднем это 10-11 тысяч. Ну, на мой взгляд, это, в общем-то, неплохая поддержка. Отметим, что на Ямале величина прожиточного минимума составляет более 16 тысяч рублей. Финансовая поддержка семей с детьми – одна из задач национального проекта «Демография».